на прошлой неделе я перед служением в пятницу переодевалась вечером, и я у себя на теле обнаружила то, чего не было до этого времени. У меня появился жировик размером с перепелиное яйцо на спине. Это когда сальные каналы нарушены, и в каком-то месте идет скопление подкожного жира. И это было уже твердое, не мягкое, это было твердое. Я несколько раз проверяла. Я в субботу утром купалась, и я проверяла, эта шишка была. Я помню, что я скупалась, я такая села, в конце концов, сколько можно от этих болезней мучиться? Я просто сказала: Господь, я больше не хочу, я больше не буду от них мучаться. Позвонила сестричке из команды, говорю: ты когда придешь на служение, мне нужна твоя помощь, чтобы она, ну, посмотрела. Это не было похоже на нарыв, я понимала, у меня у отца есть такие вещи, намного больше размером, и я, ну, мне не хотелось этого иметь. И в субботу мы доехали до служения, здесь ходили, молились перед служением за людей. И сестричка пришла, я говорю: проверь. Началось прославление, я говорю: как раз в комнатке, никого нет, проверь. Она начинает проверять, говорит: ничего нет. Я говорю: да нет, есть. Я же говорю, я щупала. Мы проверяем, и я реально не нахожу. То есть твердое уплотнение, оно не могло вовнутрь куда-то уйти. Оно просто исчезло, оно было наружу. Потому слава Господу, Он исцеляет. Доверяйте Ему.